Ребята, продолжаем с вами беспощадно вдоль и поперек эксплуатировать Афину, и сегодня у нас на очереди вот такая вот заборочка. Адрон, минус масса плюс пределка апы, две стоковых Афины, маховик и, собственно, дамка. И еще раз, в описании перка Адрона написано, что не действует перк на револьверы. Афина — это револьвер, но лазерный. Энергетическое оружие. Ну и для наглядности немного сравнительных тестов. А летим мы сегодня на машине, собранной больше в арт. Здесь у нас три ховера впереди, четыре сзади. Какой-то такой космический корабль самый натуральный получился. Визуал, правда, дико портит торчащая дамка, но можно было бы ее спрятать. Немножко вверх утопить, чтобы она так не портила. Он тогда она перестанет серить дамками. Ну, а дамки я тоже хочу использовать как оружие. Даже если вот так спрятать и развернуть, то все равно она стрелять нифига толком не будет. Поэтому приходится очень сильно вытаскивать ее вниз. Начнем. Первый залп, по-моему, даже был полный по врагу, если мне не показалось. Третий тоже, а вот четвертый никак вообще. Ой, привет. Сейчас будет полный залп по мне, и мне это явно не понравится. Так, отходим. Давай еще. Чего у него там, фафнирчики, да? Упс, сорян. Так, ладно, раздвижаемся. И вперед. Хотя можно было бы сейчас сюда. О, ладно, сейчас так полный залп высадим. Тьфу ты, блин. Там уже не во что полный залп высаживать. Так, давай сюда тогда. Не вижу ни хрена за этим огнем. Перезарядка. Сюда идешь? Иди. Не идешь. Оп, на дамку зашел. Давай еще на дамку. Давай, давай, давай. Да ёптыр-тыр, ты еще чего? Откуда кто куда? Минус все пушки. У пулеметной фигнюшки. Оп, это тоже минус, красота. Фу, боже, какое мясо. Так, на меня идет враг, а у меня последний залп, это плохо. Давай, давай, на дамку, давай, 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 давай. А, ладно, и так справимся. Фу, блин, какая жесть, какое мясо. Так, и в перезарядке. Готово, спили. Когда волнуешься, блин, начинаешь вообще это самое... Не пойми, что говоришь в полубое. Спили! Врага! Все! Был пацан и нет пацана. Из Афины по морде, на. Последний остался, там фортуна как раз, по-моему, да? Только что... Ага, привет. Да, на такой дистанции вообще бессмысленно. А вот я сейчас к нему подойду, а он тоже ко мне подойдет. И что-то мне подсказывает, что мне будет больнее. У него-то фартхоте нет, не будет, он уже бэкспейсится. Ну что ж, до свидания. Жесть какая-то, просто не бой. 2003 очка и второе место. Это было очень-очень-очень близко. Прямо очень. А кто это там красный один в наглую проехал? А, это Энди, ладно. Без проблем. Это не враг. Это манекен, грубо говоря. А манекен, который, конечно, может огрызаться. Давай-ка этой штуке тоже взорвем все то, что она так любезно здесь подставляет. Чё ты меня стреляешь, отвали. Кабину-то я ей раскочегарил, но только... Ну, только теперь надо ее раскочегаривать по новой, видимо. Хорошо, хорошо. Так, уже 1000. Идем вперед. Далековато. Перезарядка. Так, ладно, давай сюда постреляем. Да, блин, на такую дистанцию уже стреляешь, а я просто как-то на шару. Отвалится что-нибудь? Хорошо, отвалится, не отвалится, так ладно. Прицельно на средней, на близкой дистанции прям... Фига, как-то было близко. Благое дело выбивать врагу оружие, там еще что-то. Фу, хорошо кайдзю не протаранил, сейчас еле-еле вывернул от нее. То я знаю, очень неприятно, когда ты на кайдзю заряжен, готов стрелять, и какой-нибудь баран-союзник тебе в бочину улетает. Сбивай нахрен весь залп. Оп, в сторону. Давай-давай за мной, давай-давай-давай-давай. Утек.
И этот утек. Так, перезарядка опять, да? Пиписки, бои напряжные. Вылезай, занизан нафиг. Неплохо. Назад, 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 назад. Кстати, он сколько по мне стрелял, не отбил ни одной пули. А, вот теперь отбил. А, это был не он. Хм. Это был его дружочек-пирожочек. Все, теперь у меня оружия вообще никакого. Хуеров нет, дамок нет. Как меня просто единовременно за секунду обезвредили, оторвали все и ходовое, и оружие. И, по ходу дела, это слив. Потому что у нас там последний остался, по-моему, кайдзю. Да? А, да. Тот кайдзю, который иногда засыпает в боях. Он развернулся, пошел назад. Не, я спать, он нарез обратно. Эх, ну ладно. Он его даже не заметил, что ли, сейчас, серьезно? Чувак! Нет! Давай убей камень. Да не выйдет он там, он справа. И стоит. Куда он смотрит? Погоди, давай посмотрим. Дядя, что с тобой? И сейчас выскочит Хуэр, да? Нет, Хуэр вообще поехал на базу. Да он базу захватывает. Зачем ты пушку заряжаешь? Он базу стоит, захватывает. Все, короче, ладно, тут все ясно. 2009 очков за бой, вряд ли что-то будет, еще можно ехать дальше. Здравствуй, дорогой красный. Ни хрена ты какой красивый был. Окей, пока. Вот всегда бы так, а? Только разрядился, прям полностью, враг уже умер. Ты нашел следующего врага, у тебя полностью заряженный барабан. Красота неописуемая, да? Че у тебя там? Че бы у тебя не было, оно оружие тебе отбил. Сейчас еще и жопу тебе взорвем. Красота. Боже, как прекрасен сокол в такой сборке. У меня уже 1800 очков, кстати, о птичках. И 3 фрага. И последний добит. Победа. 1828, 3 фрага, 4 ассиста, МВП. Полегче вереск. Почти попал, ведь какая красота, а. Игра с вереском на дальней дистанции, это реально как игра в морскую бой какой-то. Он сейчас попал ровно в такой зараза! Ровно в квадрат между мной и ботом предыдущим залпом, зато он следующим попал прям по морде. Да тихо ты, иди ты нафиг, а! Ты что ты такой зараза-то, блин? Офигеть! Yes. Большинство артиллеристов в кроссауте просто, что называется, макаки с гранатами, которые сами не знают, куда жмут. А тут, походу, дело нормальный такой чел так-то попался. Это, может, конечно, он тоже просто случайно сейчас попал. Бывает, и сейчас прям в меня летит, да? Да! Как вовремя я отошел. На этот самый... После того союза, который сейчас дохнет, там впереди было ближе всех к вражеской пачке. Она тут в любом случае экран. Пока мы втроем канифолим Никки. Не, я тебе говорю, в этом бою прям вообще хорошо зарешил вражеский вереск. Даже если это не так, ощущается, как будто это именно так. Да, Никки? Я тебя даже добить не успею. Успел! Смотри, какая красота. 400 очков. Второе место. Я думаю, в этот раз мы не будем с вами заседать так же долго, как с Фотоном. С Фотоном понравилось, правда, больше. Вот прям намного. Чем вот этот дрон Данка. Оно так-то и дешевле выйдет, если... фотонить эту Афину. Хотя, мне кажется, если человек берет себе в качестве основного оружия Афину... Господи, ну что за дебил на этом самом рогатом крафте? Если человек берет себе Афину в качестве основного оружия, то вряд ли его волнует вопрос бюджета. И... отлично. Но, тем не менее, для себя я бы, наверное, взял именно фотончик. Красиво! Он сначала поехал, промахнулся мимо одной дамки... Да, опять ты, что ли? Точно, это он. Просто абсолютный овощ! Тихо, назад, 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 назад. Блин, неудобно, неудобно, неудобно. Вот теперь удобно, хорошо. А вот теперь опять неудобно.
И все, и капец, и приехали. Так и не договорил за этих придурков, которые под ховеры лезут. Бот сначала промахнулся мимо дамки, потом развернулся просто и вернулся на нее же, чтобы на нее убраться и убиться. Красота. А по поводу этой сборки, нифига. Ну, в принципе, резюме уже есть. Для следующего видео даже не буду ее оставлять, потому что просто ну его нафиг. Если вдруг чего-то где-то как-то с Афиной поменяется, то лучше мы с вами еще раз возьмем Фотон, либо Мертвеца, либо Тарерку, если она нам зайдет. Вот. Ну а по поводу Тарерки, зайдет или не зайдет, еще там как с ней будет, будет понятно уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.